Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я снимаю видео о покупках июня. На самом деле здесь будут некоторые покупки еще, которые завалялись у меня с апреля и с мая, поскольку прошлое такое видео я снимала в Кургане и, конечно же, не все с собой привезла, поэтому это плюс, поскольку мне удалось побольше попользоваться некоторыми продуктами и больше понять, подходят они мне или нет, и дать им более такую объективную оценку. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Прежде всего, я начну с ухода за волосами и хочу показать свои фавориты июня, и, наверное, это будут фавориты всего лета. Два шампуня, которые мне очень сильно нравятся, поскольку они создают очень приятные ощущения на коже головы. Первый шампунь – это Head & Shoulders с ментолом. Вот такой, ментоловая свежесть. И второй шампунь от Garnier Fructis. И он тоже называется ментоловая свежесть. В общем, это два шампуня, которые наши суперфавориты, поскольку они не только прекрасно очищают волосы, поскольку в них много СЛС и силикона есть. И, в общем, такой химозный уход, который лично я люблю своими волосами и который подходит моим волосам. Поэтому, в общем-то, эти шампуни были фаворитом, поскольку в жару они дают очень приятную свежесть, прохладу, очень такая приятный холодок по коже головы, очень-очень приятные шампуни. Не могу сказать, что они там как-то очень круто ухаживают, за волосами дают какой-то невероятный блеск. Но вот этот шампунь от Garnier Fructis, он с антибактериальным эффектом, но, кстати, от него у меня почему-то было перхоть, не знаю, может быть, это была реакция на бальзам, потому что было как-то и прошло. Но, в общем-то, здесь на самом деле шампунь эффективен с первого применения, он как раз-таки должен бороться с перхотью, с бактериями. И, конечно же, Head & Shoulders, как всегда, против перхоти, и такой освежающий шампунь. Очень-очень мне понравились, замечательные шампуни. Мы еще купили такие же, поэтому будем пользоваться. Следующее, что я вам покажу, это будет бальзам для волос от Garnier Ultra Dolce. В России это называется Ultra Du. Это вот такой бальзам с маслом органа и камелией. Очень-очень-очень хороший бальзам. Очень приятно пахнет после его использования волосы какими-то конфетками, карамельками. Ну, такое просто невероятно приятное ощущение, особенно когда помоешь голову шампунем с ментолом, и потом вот этот конфетный запах на волосах после такого бальзама. Очень-очень мне понравился. Достаточно надолго его хватает. Вот, и я думаю, что мы будем покупать его еще, и стоят они совершенно недорого. Следующий шампунь, который я вам покажу, я им пользуюсь уже года два, ну, по крайней мере, полтора, с тех пор, как я начала менять цвет волос, уходить в более светлый. И сейчас это мой такой непревзойденный фаворит. Это вот такой шампунь фиолетового цвета, называется эта фирма Concept. Вот так. И это серебристый шампунь для светлых оттенков, для нейтрализации желтизны. Ярко-фиолетового цвета шампунь, я вам покажу. Вот такой он очень-очень-очень фиолетовый. Наношу его на... вместе смешиваю обычно с каким-то шампунем, поскольку если его один использовать на волосах, то волосы будут такие приятно бабушачьи фиолетового оттенка. Вот, такие розоватые, в общем. Поэтому я добавляю всего каплю этого шампуня на горсть другого шампуня, там типа Head & Shoulders, и смешиваю все это, наношу. Иногда добавляю каплю этого шампуня в маску, если я хочу как-то подержать подольше. Вот вчера я целых, наверное, 2 часа сидела с маской, в которой был добавлен этот шампунь. Может быть, тут есть немножко розовинка такая у меня в волосах, но в целом мне очень понравился, нравится эффект. Но с этим шампунем нужно быть аккуратным, поскольку он очень сильно подсушивает волосы, особенно они у меня в принципе от природы сухие. Я их подсушиваю тем, что они у меня обесцвечены. Я их подсушиваю тем, что здесь палящее солнце постоянно. Я очень стараюсь и выливаю просто горсть масел. Но когда-нибудь я вам покажу, сколько масла я выливаю для того, чтобы получить вот это вот естественные мои волосы. Без гели, без пенки, без лака. Вот такие они. Но это после вот 2 горстей масла. Покажу вам, как бы будет без масла, какой у меня будет прекрасный такой стайлинг на голове. В общем, очень-очень хороший шампунь, но нужно пользоваться им аккуратно. Обязательно после него волосы увлажнять дополнительно, по крайней мере, кончики увлажнять маслом или использовать какую-то маску, поскольку он действительно очень сушит, он прямо вытаскивает желтый вот этот пигмент рыжий из волос. Очень-очень-очень хороший шампунь. Следующее средство, которым я, собственно, снимаю сухость с волос, это вот такая маска от Garnier Fructis, маска для сухих волос.
маска, регенерирующая волосы, которая действует всего за одну минуту. Я покупаю ее уже не первый раз. Она мне больше нравится, чем маски от Gliscor, поскольку здесь 300 мл, а не 200. Для меня важно это. Чем больше, тем лучше. Хватает мне ее раз на 5-6. Поскольку у меня еще Соня пользуется, у нее волосы, как вы знаете, длинные. Хорошая маска, приятный запах, немножечко и такой химозный, но мне нравятся волосы после нее очень гладкие, они прям такие скользкие. Очень хорошо потом за ними просто ухаживать, просто их укладывать, просто, в общем, они очень послушны. Даже кончики, которые у меня очень-очень такие сухие и колючие, после этой маски очень даже неплохо себя чувствуют. Мне очень нравится уже в какой раз, и я ее покупаю и буду покупать еще. Следующее средство, которым я пытаюсь спасти свои волосы, в общем, это одно из масел в моей такой коллекции, приличный масел, которым я пользуюсь постоянно. Купила я его не очень давно, пользовалась всего 2 раза, но уже очень прилично, естественно, использовала, поскольку, не знаю, как люди справляются там одной капелькой на все волосы, у меня 2 горсти, вот 2 горсти на волосы, это неплохой результат. То есть это утром, этого, конечно, будет не видно, волосы не будут ни жирные, ни пачкаться, они все это впитают в себя, они будут прекрасно лежать, и все равно они будут очень объемные. Это вот 2 пригоршни полных вот так вот масла. Разного причем. Вот это масло от фирмы Masterline. Надеюсь, вам видно что-нибудь. В стекле. Хорошее сделано в Италии. Очень мне нравится такая удобная помпа с дозатором. Очень приятный запах. Такой немножечко ретро, но он выветривается, не чувствуется абсолютно. Вот в отличие от фирмы нашей, у которой есть органовое масло, у меня оно очень долго пахнет на волосах, очень-очень долго чувствуется, и даже на следующий день. Это масло вообще сразу выветривается, никаких. Делает его Болонье, стоит оно не очень дорого. В общем, такой неплохой эликсир. Тоже уже не первый раз я покупаю. Удобное средство. Сказать, что я вижу фантастический результат, что мои волосы просто ожили, что они стали прямыми, гладкими и шелковистыми, это, конечно, не так, но помогает спасать кончики в жаркий летний период, ну и в зимний тоже, в общем, я всегда им пользуюсь. Хорошее масло. Следующее средство для волос, которое я решила попробовать еще в мае месяце, как только началась жара, это вот такая новинка от L'Oréal, Casting. Это такой гель, который помогает вашим волосам обесцвечиваться. То есть вы можете нанести его на ладонь, распределить по волосам, желательно выйти на солнце, и тогда ваши волосы как бы прядками обесцветятся. В принципе, я не могу никакую дать оценку этому средству, потому что я не заметила никакого обесцвечивания на своих волосах. Возможно, это надо попробовать на волосах более темных. И у этого средства очень-очень противный запах. Он ужасно долго остается с вами. Он очень-очень-очень химозный, прям какой-то вот отталкивающий. Очень здесь 100 мл, стоит он не очень дешево, и как бы я больше его покупать не буду. Я им пользуюсь иногда, когда знаю, что пойду надолго на солнце. Ну, я пробую. А так, в общем, раздражает этот запах, он такой очень-очень сильный, долго впитывается волосы. Следующее средство, которое всегда со мной, ну, по крайней мере, полгода в году точно, это термальная вода от Aven. Надеюсь, вам видно. Для меня это лучшая термальная вода, поскольку очень удобно здесь распылитель, вот такой мелкодисперсный, очень здорово освежает, хорошее средство. Всегда очень выгодно брать вот такую большую упаковку, потому что она стоит почти столько же, ну, там буквально с небольшой разницей, как ее миниатюрная версия в 150, кажется, миллилитров. Для сухой, чувствительной кожи отличная термальная вода, нравится всем. Она, Джулия ее обожает просто брызгать. Ух, замечательное средство. Следующее средство, которое я вам покажу, это будет средство защиты от солнца, которым я пользуюсь все вот это время, в принципе, SPF 50, и у меня оно, к сожалению, не в очень красивом состоянии, то есть оно у меня без крышки, без помпы, я сразу это все выбрасываю, не люблю крышечки хранить. Это вот такое средство SPF 50, оно для детей, оно резистентно к воде, и, в общем-то, не смывается, его не надо намазывать на себя снова и снова, один раз его более чем достаточно. И средство это делает наша торговая марка Coop. В общем, это, грубо говоря, как бы сеть гипермаркетов типа Окея, Реала, и там, ну, Пятерочки, ну, Пятерочка нет, наверное, супер эконом. Ну, вот Окея или Реал, что-то такое.
В общем, дерматологами тестировано, очень хорошее средство, замечательно, ни разу еще не обгорели с ним, мажем и Джулию, и на себя, очень удобно, оно распрыскивается, вот так. С маслом календулы, с минеральными фильтрами, и защищает, в общем, очень-очень даже прекрасно, и детей, и взрослых, и увлажняет кожу, замечательно. Следующее средство, которое я вам покажу, я его привезла, конечно же, из России. И это просто мой один из самых хорошо любимых скрабов для тела. Скраб от Organic Shop, кофейный. Все вы, наверное, знаете. Сахарный скраб для тела с потрясающим запахом. Очень активно мы им пользуемся все. Невероятный запах, невероятно он дает настроение, этот скраб. Очень хорошо помогает бороться с целлюлитом. Чудесно убирает все мертвевшие чешуйки с кожи. Я его использую перед загаром, но потом, конечно же, наношу питательный крем какой-то на ночь. Замечательный скраб, очень хороший запах, бюджетно, удобно. Пластиковая баночка, это даже если упадет, не разобьется. Для меня тоже это важно, потому что у меня в ванной особо полок нет, и он стоит на краю ванны, и если даже упадет, в общем-то, ничего с ним не будет. Восхитительный скраб для тела на основе органического масла кофе и тростникового сахара. В общем, замечательное средство. И я буду его покупать и покупать. И, наверное, вообще, мне нравятся еще другие скрабы от Organic Shop и от Чистой Линии. Но вот этот самый-самый лучший, он самый любимый. Я знаю, что его, конечно, легко сделать такой скраб в домашних условиях, использовать кофе и сахар, и смешать это все, не знаю, с медом, с каким-нибудь. Но вот мне нравится, когда в баночке, когда все готово. Замечательный, просто самый лучший скраб, супер. Следующее, что я вам покажу, это была зубная паста, которую мы купили в июне. Называется она Bio Repair. Я увидела ее в видео у Кати из Рима. Привет! И вот эта зубная паста, ей очень она нравится. Сказать мне, что она мне очень понравилась, я не могу. В принципе, она неплохо отбеливает зубы, хорошо их очищает, но ощущение вот этой гладкости зубов, к сожалению, длится не целый день, не до вечера. Все-таки потом появляется налет. Поэтому этой пасте я ставлю твердую четверку. Я считаю, что она не очень такая сильно термоядерная, которая прям разрушает и жутко отбеливает зубы, но в то же время неплохо справляется со своей задачей. На четверку. Но все-таки моим суперфаворитом остается паста Глистер от фирмы Amway. Следующее, что я себе купила, закончился, к сожалению, мой любимейший дезодорант от Виши. Купить его у нас тут сложно, я его видела только в одном гипермаркете, и мы тут в него хотели заехать, а оказывается, его закрыли, представляете, целый гипермаркет, кризис в Италии. Вот, и поэтому пришлось мне взять шариковый дезодорант вот такой от Нивея. Пользовалась я раньше шариковыми дезодорантами от Нивея, в основном жемчужным эффектом, который там делает кожу подмышек очень красивой, просто как жемчужина. А вот это я попробовала первый раз, Pure Invisible. Он действительно, конечно, не оставляет следов, но я могу сказать вам, что он не держится целый день, потому что дезодорант от Виши держится и 2 дня, мне кажется, вообще легко и без проблем, и даже если ты случайно забудешь после вечернего душа использовать дезодорант, с тобой не будет никакой катастрофы завтра. Вот этот лучше намазать дополнительно еще раз днем, потому что к вечеру, например, если на бассейне ты, вот мы вчера были, мне кажется, что появляется какой-то запах. Мне показалось, что это очень плохо для дезодорантов 21 века, поэтому это тройка. Мне кажется, что даже намек на запах пота сейчас это ненормально, это неестественно, это просто какая-то дикая аномалия. Поэтому тройка, ему больше я такой не куплю. Далее, все, с уходом на этом закончили. Теперь я покажу вам свои любимые покупки июня из декоративной косметики. Во-первых, это была, конечно же, моя потрясающая, любимая, самая красивая, самая лучшая, вообще фантастическая, просто вот такое произведение искусства, как всегда, для нас сделал Герлен. Это дивная-дивная помада. Вот написано Герлен. Руж Автоматик в оттенке 143. Это нечто. Это просто любовь всей моей жизни. Вот так вот ты нажимаешь на кнопочку, и отсюда выезжает помада. Ну разве это не вообще? Ну это же Герлен, как всегда. Очень-очень красивый цвет. Очень-очень красивый. Очень хорошо помада наносится, она так красиво держится, смотрится на губах великолепно, не забивается в трещинке, очень хорошо увлажняет. Она пахнет всякими маслами, запах у нее такой просто фантастический. В общем, помада
Просто супер, и оттенок мне очень-очень нравится. Он такой празднично-летний, уходящий немножко и в красный, и в оранжевый, и в розовый. В общем, под все подходит. Очень-очень-очень мне нравится. Это мой супер-супер фаворит. Хотя оттенок у помады Dior, которую я покупала весной из весенней коллекции, да, мне нравится больше, но качество Guerlain, вообще и та помада Dior, они просто рядом не стояли. Все-таки Dior для меня это замазка просто красивого цвета. Так вот мне не повезло. А Guerlain это такая помада, которую я всегда ношу в сумке. И в любой момент ее можно быстро нанести. Не нужен ни карандаш, ни консилер. Она очень хорошо смотрится на губах. Следующая моя покупка это покупка и любовь одновременно. Это вот такие кремовые тени карандаш от Chanel. У меня золотой оттенок. Сейчас покажу. Смотри. У меня вот такой оттенок 17-й, золотой, это просто что-то. Купила их я в Duty Free в Екатеринбурге, мне сказали девочки, что их сняли с продажи. Нет, мне сказали девочки, что их сняли с производства. И там оставалось только два карандаша, золотой и темно-серый. Темно-серый я решила не брать, а вот золотой мне очень нравится, и теперь я просто фанатка золотых смоки. Вот так он выглядит, его здесь не очень много, сейчас я выкручу до конца. Вот, но я думаю, надолго хватит в любом случае. И самое главное, это те ощущения, которые ты испытываешь, когда наносишь этот карандаш, поскольку он обладает таким как бы охлаждающим эффектом. То есть как будто вы мокрой какой-то губкой накладываете тени или, ну не знаю, что-то такое влажное положили на ваши веки. Очень красивое золото. Эти тени хорошо держатся и без базы. На них хорошо можно наносить какой-то другой пигмент или какие-то тени, как, собственно, делаю я. И поэтому это просто мой супер фаворит. Мне так интересно попробовать другие оттенки. Не знаю, если я когда-нибудь где-нибудь еще их найду. Это супер стоящие тени. Быстро-быстро в машине можно нарисовать, пальцем растушевать. Все, макияж готов. Хороший, качественный макияж, который будет держаться весь день. Нарядный макияж. Необычный макияж. Красивые тени. Действительно красивая вещь. Очень-очень-очень шикарная. Просто супер. Далее я вам покажу лаки для ногтей и, в общем, на этом будем заканчивать. Итак, в этом месяце я приобрела 4 лака для ногтей, но прежде всего покажу я вам вот такой лак от Kiko. У меня сегодня на ногтях тоже лак из этой же серии с сахарным эффектом, да, с эффектом песочным, точнее. У меня он в таком бежевом цвете, этот я купила в голубом. Сейчас я покажу, как он смотрится на ромашке. Вот это у меня ромашка моя Kiko, вот он. То есть такой песочный эффект. Красивый очень лак, 653 номер. Нравится мне очень. Очень его легко наносить в один слой. Он долго достаточно держится. У этого конкретно лака неплохая кисть, поскольку у его вот этого брата кисть настолько широка, что ей можно красить ногти только у слона, мне кажется. Я не знаю, как у человека может быть такой ноготь, вот как эта кисть. То есть там приходится как-то боком этой кисти пытаться прорисовать. И то в любом случае это вот на полпальца вылазит. Сложно. Здесь кисточка получше. Смывается он прекрасно. Ремоверами, которые вот в баночке с губочкой до пальчика окунул, просто моментально. Замечательный лак, очень хороший, красивая серия. Капкейк называется серия. И вот такой оттенок. 653. Замечательный лак, очень-очень нравится. Следующий лак, который я приобрела, не знаю зачем, у меня уже вроде бы был такой цвет, но почему-то решила, что мне опять очень нужен темно-фиолетовый лак. Точнее, он такой бордово-фиолетовый. Сейчас я покажу, как он смотрится на ромашке. Вот видите, у меня есть от Kiko вот такой фиолетовый лак, а этот вот тот, который я приобрела. В принципе, он очень симпатичный, очень красивый, хорошо смотрится на ногтях таким глубоким темно-фиолетовым. В нем есть немножечко такое золото, которое поблескивает на солнце. Хороший цвет, 497-й. Нормальный, в общем, ну, как бы я не жалею, но это для осени скорее. И следующие два лака, которые просто моя любовь были этого месяца, это вот такой нежно-нежно-голубой лак. Ну, точнее, он не нежно-нежно-голубой, он, в общем, ярко-голубой такой, как-то, типа, как же называется этот цвет? Ну, в общем, ярко-ярко-голубой лак. Сейчас покажу, как он смотрится на ромашке. Вот такой. По-моему, очень красиво, очень нарядно, очень по-летнему, поднимает настроение. Хороший лак в оттенке 340. Очень мне понравился. И к нему же я покупала вот этот желтенький, потому что желтые лаки на лето – это вообще моя отдельная страсть. Но я вам еще сейчас покажу один желтый лак. Это Quick Dry.
серия. Это вот такая кругленькие, видите, бутылочки. Хороший лак, хорошая кисточка, 853 номер. Чудесный, просто, просто восхитительно. Он немножечко с легким шиммером, он не совсем матовый до конца. Вот такая достаточно удобная, закругленная, плоская кисть. Здорово наносится, быстро сохнет. Желтый лак, конечно, немножко сложновато нанести. Первый слой это будет просто плохо. Второй слой может еще даже полосить. Но, в принципе, потом, когда он распределяется, если быть более-менее аккуратно, он очень даже неплохо смотрится и на ногте, и на ромашке. Очень-очень мне нравится. Следующее средство, которое я купила еще в России, это сушка от Литуаль. Любимая моя сушка. В основном я пользуюсь сушками, которые такие вот на масляной основе, которые капаешь пипеткой на каточек. Но вот это вот топ-код средство для быстрого высыхания лака для ногтей от Литуаль. Замечательное просто средство. Очень-очень хорошее. Быстро с ним все засыхает. Я его иногда каждый день наношу на лак для того, чтобы придать глянец. Очень-очень удобная кисть, такая плоская, широкая, одним мазком пол ногтя покрывает. Очень удобно. Ну что ж, это были все продукты, о которых я хотела рассказать вам сегодня. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Увидимся очень-очень скоро. Всем пока-пока.